Опа, 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 нихуя себе. Для тёлочки цени есть. Маленький, да, короче? Да-да-да. На маленькие сисечки. Он как знал, что к нему пойдет тёлочка, и надо её защитить. А может, у него была его тёлочка, ты не об этом не подумал. А, ну, кстати, да. Да-да-да. Откуда ты этот мужик взялся? Сын его. Соответственно, значит, была. Ну, типа, да. А может, он этот анальный приключенец? А так бы пацан не родился, потому что... Они какой-нибудь прием нового взяли. Не думаю. Такой же ебало квадрат. А, вот он же сказал, она приносила моей матери, понял, чувак? Моя теория была. Just call it a favor. Speaking of favors, you probably want this back. Thanks, Del. Интересно, и кто с его матерью была? Right. Такая же безумная, как этот хуй. А, типа, во вторую часть надо Чоко играть, чтобы узнать. Я так понимаю, она была блондинкой, раз Чоко волосы белые. Grab what you need. Should be enough to go around. Ебать, тут лежит всякого говна. Так. Такая лансер еще возьму. Нет, хуйни не будут быть. Модифицированный лансер еще возьму. Так, а я... А вот это что это такое? Маркиза, что за маркиза? Ага. Плохая. Отлично. Так, что я все набрался? Пистолет нельзя поменять на что-нибудь? Ну можно. И а что? Пистолет? Да. А пистолет на более пиздатый пистолет, но его здесь нет, по-моему. Ну да. Вон я снайпу, я снайпу взял. Look what I found. А, модифицированный лансер, и он тухой не взял. Ладно. Пойдем, ну, сейчас с вертолетом воевать. Ёбаный. Ну, на лансер совсем другое дело. Ну, вот это говно, с которым мы стреляли до этого. Dad, what's the plan here? We gotta get to my truck. До грузовика. Изи. Trust me, you won't get away so easy this time. God damn it! I just tuned it up. All right, new plan. Take out that castle. Yeah, but. Подвигайся, что? Хуярь, подвигайся. Take it easy on the house. Oh yeah! Hey, she's pulling out. Is that it? Is she done? I don't think so. Hell, more drop pods. Are you kidding me? I don't think so. One dead bot. I'll help you out. Reloading. Let's go back to the fight. Давай. Где ублюдок? Kestrel's back. Take cover. Needed this. Where the hell is she going? Stop wrecking my goddamn house! Rockets are coming! Yeah, but. Good to go. Я хочу похудеть.
rockets! I jammed it! Das ist doch nicht. Bye-bye. Oh. Oh no, don't crash there. Ну конечно. Там была моя комната, я помню, как ты там играл. С моим плюшевым мишкой. И моим питончиком. Что это, блядь, было? Пошел нахуй! Больное блюдо. Come on, downstairs. Опа. Кто тут? Кто хочет войны? Давайте. И все. Сука, миниган такой тупой. Ага. Guys, this place is coming down. Downstairs, go! Опа, 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 прилетело. That was close. Пронесло. Мужика пронесло вообще. А что тут чувствую? Как его пронесло? Not anymore. Ебать он. Зверь, зверь. Build an escape tunnel out of your own house. Ой, я нашел какие-то документы. На квартиру. На дом, на этот. Да, тут же надо искать всякие коллектаблс. Такое. Типа, а этот Uncharted. А, новую часть они вообще под Uncharted конкретно, чувак, заточили. Да. Долбоёбы. Не самое главное, в такой игре, где экшен идет, ты еще должен какие-то документы искать, всякую хуйню. Нахуй это надо? Ебанутый совсем. Ты в Uncharted же не играл, там типа, ну на этом как бы строится часть геймплея, на том, что нужно искать разные сокровища. Ну вот ты это... как бы типа... Ну то там, типа... там-то понятно, типа Лара Крофт, вся хуйня. Ну да, там типа, как бы, некоторые локации прикольные, ты бегаешь по ним, осматриваешь их вдоль и поперек, типа смотришь, как там поработали геймдизайнеры и типа, ну находишь всякие коллектаблс вещи. Так, вот. Я думаю вот эту вот пуху поменять. Ну там типа красивости все. Опа. Опа, вот так вот Маркус уходит, и все подумал, хуяк с ноги. Пизда дому. Holy shit. As I said, welcome home. All right. Looks like we lost him. Маркус ничего так это устроился, да, короче? Хорома. Хором у него зад. Ну я эту игру чисто вот как бы воспринимаю как такой консольный прикольный шутан, да? Ну да. Просто так, там пару вечеров. Не надо. Просто там пару вечеров убить, короче. И вот то, что она стоит 1000 рублей, как бы, да, ну новая. Я считаю, для нее это как бы оптимальная цена на самом деле. Лучше даже, чтобы 500. Ну это да. Вот это вообще будет идеальный ценник, там вообще даже не жалко будет потратить, там пройти там прикольно повеселиться. Но не 5,5 косарей, как они заломили, блядь. Ну это вообще пиздец, 5 косарей. Ты пойдешь, не знаю, там реально за пару вечеров пойдешь. Ну да. Ебать! Чё-то это опять не очень. Блять, на дуре. Его я смотрел сюда. Да куда ты сядь нахуй за укрытие? Бля! Чай снова. Колобок прикатился, чувак, и убил.
Давай, вот рыба дама! На нахуй! Блять, положил всех, прикинь! А не животное! Блять, надо сваливать! Ебать, они вообще пиздец! Зверюги! Захуярили роботов, я. Теперь надо захуярить это говно летучее. Ну иди сюда, ублюдок. Со всех стволов его. Where the hell are we going? To the barn. And where's that? The other side of the estate. Ну, типа в амбар идем, чё? В амбар. О, вижу патрохи. Ah, good. Ammo. О, ебать, он тут травку выращивал. Мои помидоры! Только что с моей томатом. Ой, ебать, он вытащил его. Ой, ебать, он зарезал. Я тоже так хочу. Вылазь. Я не могу вытащить. Это все за томаты, чувак. Да-да. Месть. Срезал, сука! Я хотел его зарезать. Давай, давай, зарез, зарез! Сука, он взорвался. На тебе, животное! Сука, одного убиваешь этой с хуйней резы? Резаешь его и умираешь потом. Ааа, раздавили ебало! Как же так, Викс? Ну я этих резал свиней. Сука, их реально одного режешь и сдыхаешь тупо. Shit, they're gonna mess up my fucking tomatoes! Дерьмо, они все помидоры потопнут. Это очень смешно. С тобой игру пройду и удалю ее, 100 гигабайт все занимает. Да-да-да. Funny story, Dad. We have no idea. Nice! Oh, yeah. Sweet! Spot down! Вот, блядь, зря я здесь это с тобой. Ааа, уебываю, уебываю. Блядь, чувак, они хотели меня убить. Да, ебашу, ебашу. Думаю. Yeah. Ебать, они опасны. Все. Живем. Устаревший лансер. Just follow the path. Не нахуй нам устаревший. Ой, сейчас пизда будет. Сейчас будет пизда. Я помню этот момент.
Как вот они на этой планете живут, это пиздец. Oh, shit! Whippler coming in! Everyone, back to the greenhouse, now! No, the barrel shed is better shelter. We're almost there. Винный погреб, вот это я люблю. Переждать бури лучше всего в винном погребе. За бокальчика винца. Эй, can't do this alone. Почему он, как обычно, с ноги не открыл? Come on, come on! Ah, shit! Drop pods! Take cover! Engaging targets! This side! Guardians coming in! Давай летай, еще хуйню захуярим. Ну и ты так просто... Блять! Они меня жутко распыляли. Так, давай мне его. Минус одна. Сбейте, сбейте, сбейте. О, блядь. That's all. Ебать они. Tomatoes, now this. The display not letting up. We gotta move. No, we hunkered down here. Wait it out. But isn't this building a little wooden? Are you sure about that? It'll hold. No, it's not. Эти не унимают, пизда, получи, пошли с гранатой. Выдержи, хуяк, часть крыши не выдержи, еще часть крыши. Наивный. Не выдержала. Горящий. Патроны, патроны, пиздить патроны. Can I get some help? Ебать, эти бабы держат, а все остальные проходят. Нормально. Феминистки оценят. Ну да, ты заметил, тут все бабы какие-то накачанные с татухами. Give me the goddamn creeps. I remember when DBs were just glorified garbage collectors. I said my piece when the shepherds went online. Opa. Didn't help. Heads up, more DBs! Tell me that was an accident! I
Там снайпер еще. О, вот она, это полетела хуйня. Надо нахуй без щита сразу. Ушла. Залупоглазое такси. Подними меня лучше. Новый прыгай. О! Ему гранату закинули. Блять, сука, это снайпер. Не быть он сразу с этого с одного раза. Залупоглазое такси. На тебе, ублюдок. Прикинь, чувак, все эти историю расскажем. Коллега сегодня на работе рассказывал. Хотел, короче, на выход поехать на работу на Яндекс.Такси, короче, да? Ну. Вызвал такси, ну, типа, через приложение Яндекс, короче. Вот. Таксист не приехал. Вообще не приехал, то есть, нихуя. Вот. Он, ты плюнул, пошел, короче, до маршрутки, приехал на работу на маршрутке. Приходит на работу, а у него бабки за поездку списались, прикинь, короче. Вот таксист, короче, типа, это... Короче, он поставил, типа, отметку, как будто он его забрал и отвез. Он такой, бля, что за хуйня, короче, вот. Звонит водитель, говорит, что за хуйня, короче. Он такой, типа, что, чуть его нахуй не послал, прикинь, короче. Охуеть. Вот. Он, короче, зашел в приложение Яндекса, там, накатал, там, блядь, предъяву, короче, блядь. Решит, за хуйня вообще. Ну да, вообще, это пиздец какой-то дичь. Вот. Бля. И чё, ему бабки вернули? Короче, бабки ему вернули, плюс, короче, 300 рублей на бесплатные поездки. Ну вообще за дичь у таксистов было? Типа дали промокод на 300 рублей на бесплатные поездки, короче. Не, блять, прикинь такой, короче, вызываешь, короче, такси. Ну тебя ж нахуй, короче, бабки ещё никуда не отвозят, это пиздец. Это вообще дичь какая-то. Извинились там, извинились, говорит, все, мы типа с этим водителем разбираемся. А я такой думаю, блядь, чувак, ну если он так делает, значит это не первый раз у него такая хуйня, короче. Ну да. То есть, может какие-то... А кто-то хуй положил на эту хуйню, да? Ну да, а кто-то, допустим, к примеру, какой-нибудь там чувак, к примеру, у него там бабки с карты списались, он даже не знает, сколько у него там списались, да? Ну, да. Причем там не следит там за историей, там, ой, блядь, там, на 60 рублей больше, на 60 рублей... А стоит там 60 рублей, короче, ну вообще дешево, как бы, да? Yeah, вот, ну все равно у тебя 60 рублей, типа, да просто, да не то, что денег жалко, просто наглость, охуевшая вообще, короче.